Хочу успокоить жителей нашего города о том и сообщить о том, что соли в городе достаточно. И вся информация о том, что исчезла соль, она не соответствует действительности, так как и на оптовых предприятиях, на одном из крупнейших предприятий, которые занимаются оптовыми поставками соли, соль в наличии есть в количестве вот на сегодняшний день 120 тонн. Магазины сетевого маркетинга в течение последних 2 дней завозят соль в увеличенном количестве. Я хочу привести только один пример. При среднедневной физиологической норме потребления до 700 килограмм только вчера в городе было продано по магазинам АТБ 7 тонн соли, в супермаркетах Сельпо 1,5 тонны соли, в супермаркетах Варус свыше 1,5 тонн соли, Метро почти 3 тонны соли и магазин Ашан около 1 тонны соли. Кроме того, соль ежедневно поступает в магазины сетевой торговли. Так, по информации региональных управляющих, в сеть магазинов АТБ ежедневно и сегодня в том числе завезено 12 тонн соли, 10 тонн в магазин Метро. В сеть магазинов Сельпо сегодня-завтра ожидают поступления 2 тонн соли. И магазины «Варус» порядка 1,5 тонн соли. А вот этот наш основной оптовый поставщик проплатил и в пути 8 вагонов. Появились звонки другого плана о том, что цена соли возросла в 2-3 раза. И из существующих, и сложившейся на момент буквально 2 дня назад 2,30, 2,50, на сегодняшний день и в розничной сети, и на рынках цену предлагают от 4,50 и даже до 7-8 гривен за 1,5-килограммовую пачку. Я хочу обратиться ко всем предпринимателям, которые реализуют этот вид продукта. И существует народная мудрость. На соли не разбогатеешь. И призвать в первую очередь к совести и ответственности за свою деятельность. Не надо формировать негативный имидж о своих предприятиях, о точках продажи на рынках. Наши покупатели запомнят, где их пытались обслужить не так, как того требуют правила торговли, и больше никогда не придут в ваши магазины. Оставайтесь законопослушными и добропорядочными. Несмотря на то, что уровень цен на соль не регулируется, нет никаких оснований, чтобы розничная цена на соль была так резко поднята.